Рекомендую вам подписаться на канал Дениса Кузьмина. Ребята, на этом канале просто уйма видео именно по заработку в интернете. Также здесь есть видосы, сколько зарабатывают различные ютуберы. И самое как раз таки главное, ребята, фишка этого канала, что сейчас здесь проходит конкурс на 10 тысяч рублей. Я подписался и вам советую. Ссылка в описании. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Так, ребята, у нас золотая дуэлечка. Ну как, не золотая дуэлечка, у нас типа золотой голов. Со мной сегодня будет конфе Ховик, поздоровайся. Всем здоровья, я точку нашел. Где? Красный флаг там может быть. Окей, мне еще донат прилетел. Эминем Про какой-то, ё-моё. Спасибо тебе за донатик. Красный флаг, короче, я, ребята, уже не успею по-любому за этим голдом, потому что я отвлекся на донат, у меня опять записываю видосик прям на стриме, так что этот голдик уже точно не лот. А он летит уже! Ней, ней, ней! Ховик, давай отожми. Ховик, не отожмешь, лошарой будешь. Лошара. Кстати, всем привет. Да, да, всем привет. А ты поздоровался, Эминем? Да. Или я ты меня представил, но я все равно поздоровался. А, ну все, ладно. Давай еще. Кидайте голды. Кидайте. Ну, давайте, го сразу. Короче. Во. Вот и дело. Эминем, ты что делаешь? Точку, вот. Что? Хотим точку. А, это ты где? А вот, я Ховик, я сзади, сучка. Вот, вот, давай подсадку залази на меня. Давай. Не. Это подсадка? Вы нашли? Да, 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 на середине. Ну, сейчас три меня будут сталкивать. Так, ну, ну, тушевак, ну, это же голд, ну, наш голд. Ладно, стой, стой, вот так. Не-не-не-не. Подожди, да, давай, Ховик, хер с ним, кто-то жмет, кто-то жмет, но что-то они это, сразу начинают бодаться. Вот-то, вот-то. Ней-ней! Суки такие! Они его просто там опять какой-то подсоткой. Подсоткой. Охереть. Эминем. Если голды кидать по зидевчика, кидает Эминем. Эминем, ты че голды кидаешь? Для эпика. А, да ты че? Нужно было хер забить. На... О, я нашел голд. Ребята, я нашел голд по бровке. Знаете, такая канава, как ехать с базы синих? Да, вижу тебя. Где там еще ДДшка за... Ой, аптека за домиком падает. Вижу, вижу, вижу. Я сейчас, короче, включил бандитом, чтобы не лагало. Давай, давай. Ах ты, Ховик, хитрюга такая. Смотри, отожму же. Ховик, 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 Ховик. Ховик! Козёл! Просто козёл. Бандикам зашли. Спасибо. Да, кстати, поздравляем Ховика, но он вообще такой козел поганый. Взял и в пол... О, на центре точка. Вот опять бандикам включаю, смотрите. Сука, я тоже с бандикам включен, у меня 60 FPS. И чё? Ой, простите. Простите, я ваша тетя. И сейчас вообще изи возьму, наверное. Думаешь? Ну, кстати, на вас М1 по-любому. Зачем я включаю себе эту? Подожди, подожди. Бля. Ней! Охереть! Как они так пролагивают? Я, ребята, просто в шоке. Как они так, сучки, пролагивают? Так, давайте сразу примем всех, кто кидает голды. Я нашел в кустах здесь. А где именно? Ну вот, назад посмотри. Где я? Возле, где а, все, все, вижу, вижу, вижу. Ну, давай контролить это все дело. Не пускаем, не пускаем. Да, да, не пускаем. Не пускаем, не пускаем. Ховик, контроль их, мочи. Давай, скидывай. Надо хотя бы голдик один нажать. Чего, Ховика ты держу? Ховик, Ховик, давайте, давайте, жмем, жмем, жмем. Не-н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 е. Вайдер, 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 Вайдер. Вайдер, 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 суки такие! Как они так залезли? Как они на это дерьмо так залезают? Не бомбит, не бомбит, сучка у меня. Ребята, сори, сейчас чатик не читаю, вот, потому что я сейчас видос записываю для канала.
Как же у меня пригорает на все это дерьмо. Так, голд сброшен опять. Кстати, довольно интересно, потому что разные чуваки кидают голды. Ну да, кстати. И вот пацан кидает. Кстати говоря, да, кстати, да. Это в натуре очень круто. Ну да. Так, пацаны, где голд не нашли? Нет. Нет. Походу где-то в центре, смотри, все там стоят. Точно? Ну да. Я сейчас смотрю, какой красный флаг там нету. Ну я топчик, я в яме лежу. Охерена, а где голд? Там что-то в кустах упало, возможно, голд Вадим влево. Мне кажется, это, ну это мне навряд ли кажется голд. Да нет, 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 он бы не успел, он бы не успел упасть. Где он был? А я же говорю. Где он был? Я еще хотел до вот этого чувака сюда поехать, не зря же он здесь так стоял. Но я поехал в толпу вот эту конченую. Просто зачем я туда поехал, я вообще... Ну, я не пойму, ребят. Это турецкая, это жопа. Жопа жопная. Так, а где голдик у нас будет? Да, где у нас будет голдик? На красной базе? Нет, я катаюсь, говорю, смотрю, там вообще пока нет нигде. Походу где-то на синь. Я центр прочекал. А, вот я нашел. Где? Я езжаю с Авайдер. Вот, возвращайся, покрути башню назад. Да. Примерно на центре, вот где мы все тут стоим. А, ну я понял. Летит. Давай. Блин, а я же и чекал здесь. Хой. Давай. Хой, закидываю. Давай. Красавчик. Спасибо, пацан. Я тебя так под стральник кидал, прям кидал. Потому что... Я хотел, кстати, Таховика забраться, но получилось, что он на меня забрался. Не, я сперва тоже пытался... О, на центре, помнишь, в кустах, где мы контролили? Все, найс, давай. Я, кстати, сперва тоже так же самое хотел, но потом, короче, это, я понял, что я не смогу. Может, отъедем или не будем палить? Да не будем палить. Я, короче, буду просто залезать сверху на это все дело. Ну не вставай передо мной. Вот пацан на харике что-то тут вообще раздает по-жесткому. Ну да, кстати. Потому что он на харке. Может быть. Стой, куда ты отъехал? Нет, уйди. Давай, Вайдер. Да, детка, да, мазафака, детка. На меня пацан залез, я его отвез. Наконец-то. Google, стой, еще 12 ссылка кину. Чего? Я что-то не пойму. То сказать, кто напишет звонить. Так, все, давайте, ребятушки, еще. А что, скинули голд или еще нет? А? Ховики? Эминеми? Во. Талисман еще скинул. А где у нас все? Алло, мы тут. А, я тут. Вы че, суки, молчите? Я уже думал это, у меня кикнуло все. Нет, я сказал, нет. Они куда-то. На центре, пацаны. Блин, го сюда кто-нибудь сейчас, и я вас подсажу, или вы меня подсадите. Что ты? Голд уже летит. Да все, забей, голд уже летит. Блин, есть, ё-моё. Точнее, не есть, а его просто взяли и подсадили. Это же просто охереть. Я, ребята, если честно, не знаю, сколько здесь уже было голдов, но их было довольно-таки неплохо. У нас тут и Эминем турбо скидывал голды. Короче, все голды кидали. Ну, 2 плюс 2 и... Еще, талисман, еще там 4, еще кто-то кажется, скидывал. Да. Не, уже больше 4 было, потому что Ховик 2 отжал. Плюс ты еще кидал. Блин, кто нашел, сразу говорите, где, пацаны. Около 7 примерно. Нет. Пацаны, где голдик? На синей базе. Я вижу. Я туда уже тупо не успею. Да, тоже. Мы-то не успеем, Эминем. Прикинь, я сейчас за домом проезжал, его там не было. Ах ты, Эминем. Ну, кстати, ничего не буду говорить, потому что я иногда сам езжу и нихера не вижу. Так что нормально. О, я знаю опасную точку одну. Он сейчас по-любому... Это там что центр, там где был предыдущий. Где еще сверху можно прыгать? Да, где вы подсадку хотели делать. Ты видел этого победителя, который лежит? Я видел это. А чё ты такой жёсткий-то? Да, пацан рядом ехал, на вас переиспугался, короче.
Мудрый воин. Жесткий тип. Ваза, ваза, маза, ваза. О, безумный Владос. Просто он спрыгнул, потому что ему там никто не мешал, и просто отжал. Это на самом деле делается на изи. Вот почему мы так не сделали? Потому что когда я туда один раз приехал, меня там просто так... Ну, во все стороны. Я всего, кстати, один гол взял. Это довольно-таки печально. Ну, потому что народу просто хер в отучи, я вам отвечаю. А чё, всё это? Я не знаю. Пацан в чате написал 3. А, нет, ещё, ещё, ещё. Вот я красную базу чекаю. А, я центр прочекаю. Я бровки. Центра пока нету. Не могу так снимать, лагает. Центр нету, пацаны. Да, на красной базе тоже не вижу пока. Ну, бровка правая чисто. О, походу здесь чуваки что-то стоят. Да, я тоже вижу, вон они что-то там. Да-да-да, гол то здесь вот, прыгать нужно. На синей базе? Вот, видишь, да. Где я стою с чуваком, пихаюсь. Да. О, меня подпихнули в задницу. Меня тупо взяли и в задницу подпихнули. Пацаны, давайте ищите. Охереть. Эминем, ты ни одного еще голда не взял? На вас прям один. Блин. Я даже сказал, что-то не очень. Мне кажется, ховик надо законтролить голд. Вот, а на центре возле ямы. Пацаны, на центре, вот здесь, видите, где лайм стоит? Не пихайте меня. Сволочи, скоты, что вы делаете со мной, а? Давай. Ща, вот, видите? Давай. Сука, вот лагучая, как он так подбросился. Все, я в минус. Пусть в минусе полежит, подумает над своим поведением. Охереть. Вот это... Такое ощущение, что он лагом забрался. А нет, это знаешь, какая фишка того, то что, смотри, все на молотах играют, и просто офигеть идет, какая херота. А не понимаю, зачем все у нас долетаются? Они в минусе, наверное. Да нет, сейчас чувак просто ехал, такой долет. Так, ладно. Вроде пока солнечная зайца, значит, еще у нас, да, голды будут? Или не будет? Как-то они... А, них... Да, будет талисман. У нас еще голды. Талисман. Все, я нашел центр. Центр? Да. Так, где ты? А, вот все, я понял. Центр. Я вас, чуваки, понял. Спасибо вам огромное за столь эпичную инфу. Так, что, будем сверху прыгать или снизу? Ну, не, сверху там никак. Сверху никак. А, ну да. Да что ты делаешь, пацан? Нет, сверху да не получится. Да, сверху вообще никак не получится. Давай подсажу. Подожди. Хоп. Давай. Вот-то. Нет, сука. Опять. Залетел. Он просто взял и залетел. Собака серая такое. Ну ладно, все равно поздравляем, пацана. Стой, скайп завис. Ой, они еще и в скайпе как-то. Они-то по-любому тимы также против нас играют, так что, пацаны, давайте тоже против них тимы играть. Давайте. Кажется, нужно их это... Гудмод сети? О, ребята, гудмод сети, говорите на common серваке, если вы его нашли. Сразу пойдем ловить гудмода. Когда мульты, сейчас, ребят, скоро будут. О, вот, все сбросил. Здесь на бровке сам внизу нету. И я прочекаю сразу их тылы. А я пока другую заберу. Ой. Чё, нашли? Пацаны, нашли или нет? Для него стоишь, скорее всего, правильно? Нет. Нет? Я не знаю, где он будет. Я не знаю, что собрали все. Я в яме. Я это видел. Он там в конце, где ховик, сука, проехал и не прочекал, что он там. Ты охерел. Ховик, ты что такое днище-то, а? Все, короче, больше я никогда не буду смотреть, что ховик там проехал и типа прочекал все. Буду лучше сам все чекать. Так, ну что, пацаны, они как-то очень долго кидают эти голды. Они, наверное, каждый раз их закупают.
Не, мне кажется, это извращение было бы. Прям вообще люто. Я так делал, не знаю. Не, ну я-то знаю, что так делал. Так, говорите, пацаны, сразу где голд. Я так. Синяя база, смотрю, пусто вроде. Центр, походу? Центр, да, походу. Дам. Ох ты, окейушки. Окейушки. Ой, Ховик, тебя там за этого ли, зажмурили. Эй! Нихера себе. Как он так заколбасился? Это же просто охереть, обосраться, не встаться. Блин, еще один гол. А когда у них уже голды эти закончатся? Я хочу пойти в битву играть. Я на красный тоже. Я, короче, на синей базе прочекаю. Ховик центр. Ховику доверять, как... я не знаю. Он на красную базу. Так, здесь вроде бы нет пока. А, вот, все, вот здесь вот, на бровке. Да. Вот, видите, где все стоят? Да, я понял. Опять не спит. Да не зажимайте. Меня зажали. Да суки такие, меня просто зажали. Днище эти позорные. И не дали мне проехать нормально. Безумные. Вот ни себе, ни людям. Просто взял меня и зажал. Это ж просто охереть. Просто охереть,ушки. Гудмод на втором сервере. Я даже не знаю, когда у них уже голды кончатся. А то у меня. Я уже... прям на голде. Где? А, помнишь, где я профукал ту точку? А, все понял. Там рядом, прям рядом. А вот ты проехал. А. Да я знаю, хуй. Смотри, изи тактика, давай едешь на меня, я тебя запускаю. Давай. Не, серьезно. Давай, хуй. Давай. Так, он летит. Хуй, давай. Ну, Ховик! Хуёвик, блять. Извиняюсь. У меня лагало все. Да конечно, блять. Все, бандикам не буду включать, все, сейчас он будет. Не бомбит у меня. Вайдер, сори, он не на втором серваке. Окей. Ебать хотели. В натуре обдурить просто хотели, а? Нехорошо так поступать. Так, он на бровке в самом конце, пацаны, помните, где я говорил? Угу. Все как раз в другую сторону. Блин, здесь один запалил. Тихо. А все запалили уже, где точка? Вайдер, да, детка. Просто взял и унизил всех. Третий голд я уже отжал. Нормально. Еще голд у нас. Где-то летит, хер его знает где. Я центр чека. Центр. Половину отчекал, нету. Половину отчекал. Я, короче, не знаю, там в краю еще. Я, походу, понял где. Где? Нет, не понял где. Я нашел, пацаны, ближе к центру, смотрите, вот я вот здесь. А, все, ну я туда не доехал тупо. Все, я вижу. Сейчас, смотрите, будет тупо отжим. Стой. Будет Го, тупо, пацан. Ребята, отжим голда. What the fuck, он уже летит. What the... Как они так лагают? Я просто их не понимаю, какого хера такие лаги прям? Это же просто офигеть. Когда у них голды уже кончатся, я хочу отсюда уйти. Сделала и музыку чуть погромче, ПЖ. Ну, музыку я делаю погромче, когда у нас это все, ребят, закончится. Вот, ну а сейчас пока играем. Нагибаем. А голд уже кинули или нет? Нет. Окейшки. Может, они закончились? Они вообще в чате напишут, что все. Конфа идиотов. О, вот. Они вроде выходят или нет? Давайте напишем все. Сейчас, подожди. Сейчас, короче, ребят, спросим у них, если будет все, то уже будем, так сказать, заканчивать эту... Нет. Еще голд.
Я серьезно, меня эти голды уже заманали. Я центр чекаю. Центр нет, по-моему. Центр, пацан, центр. Да? Да. Просто центр, просто центр. Бдзжжж. 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 Не, ребята, не получится так, что вы вот возьмете. Не-не, я в этом мясе участвую. What the fuck, Ховик? Ой, отжали. Отжали голдик. Просто взяли и отжали. Просто, ребята, взяли и отжали голдицочек. Так, все. На этом, ребята, уже все. Голдики у нас кончились. Соответственно, ребятушки мои дорогие, если вам понравилась данная, так сказать, рубрика голдлоу, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Вайдер и Ховик. Всем пока-пока. А, и еще и Eminem Turbo. Да. Всем пока.